Начиная с этой недели у родителей учащихся школ Черкесска появилась возможность дистанционно, посредством интернета, в любое удобное для них время отслеживать успеваемость и посещаемость своих детей, общаться с преподавателями и администрацией школы. Комплексная автоматизированная информационная система «Сетевой город образования» объединяет в единую сеть все школы города Черкесска и городское управление образования. Демонстрация проекта в действии состоялась на базе городского общеобразовательного учреждения «Центр образования номер 11». Помимо дневника и журнала, в системе размещается информация о домашнем задании, значимых школьных событиях, образовательные мультимедийные материалы, с помощью которых ученик может закрепить или расширить свои знания пройденного материала. Новая система была введена в школах столицы Карачаево-Черкесии по инициативе мэра Черкесска Руслана Тамбиева и в соответствии с требованиями российского законодательства. Руслан Ильич Тамбиев, он такой очень активный мэр и мэр креативный, поэтому он посчитал, что нужно поддержать этот проект и реализовать его жизнь. Тем более, как вы знаете, что был издан проект постановления, вернее, само постановление о реализации образовательных услуг в электронном виде. Вот мы сейчас, соответственно, это и делаем. И поэтому внедрение электронного журнала и дневника в этой программе действительно новшество для нашего не только города, но и региона в целом. Нововведение поможет родителям принимать более активное и качественное участие в образовательном процессе и воспитании своих чад. К тому же теперь ни учитель, ни ученик самовольно исправить отметку уже не смогут. Я бы хотела сказать большое спасибо тем, кто организовал эту систему. Очень удобно, очень замечательно. Мы ей пользуемся с конца того года. Нам очень нравится, мы довольны. То есть я вижу все успеваемости своего ребенка. В целом родители и учителя одобрили нововведение, отметив, что благодаря системе очень удобно следить за успеваемостью ребенка, контролировать выполнение домашнего задания, не выходя из дома, и при этом оперативно узнавать об изменениях в расписании учебных занятий, а также учебные планы на будущее. Очень актуально, вот, допустим, для меня в отчетах я вижу, что успеваемость, посещаемость, то есть все оценочки, его видно, вот любое сразу отсутствие, значит, отсутствие без уважительной причины, я, естественно, сразу выясняю, почему. Школьникам электронный журнал также пришелся по душе, хотя первая реакция большинства была скорее отрицательная, ведь теперь ни один поступок от опоздания до получения плохой отметки не ускользнет из родительского поля зрения, да и соврать о том, что на завтра ничего не задали, теперь уже тоже не получится. Я могу узнать, что мне нужно исправиться по алгебре, исправить надо оценки. И также я могу узнать расписание на каждый день. Важно и то, что для школ и родителей учащихся внедрение и действие системы абсолютно бесплатное. По распоряжению мэра города из городского бюджета оплачивается установка, размещение и обслуживание серверного оборудования, программное обеспечение, мультимедийные приложения учебных курсов, а также обучение сотрудников учебных заведений и администрирование.